Пока там амбассадора сегодняшнего турнира, олимпийской чемпионки в командном первенстве Камилы Валиевой. Дорогие друзья, встречайте, здесь публика ревет. Ну а микрофонов у традиции Магаджиева и Ксения Курашкина. Теперь наслаждаемся прокатом олимпийской чемпионки. Трибуны Камилу, зажигаются холодные огни. Настоящий праздник спорта сегодня здесь, на Малой ЦСКА-арене. Вот у нас мы чуть не прилетела игрушка сейчас тоже. Мы прямо здесь... Помогаем. Опа! Да, сейчас тоже. Мы тоже выбросили игрушку сегодня с тобой, Эмма. Это, я считаю, цель на сегодня в списке дел мы закрыли эту. Смотрите, как приветствует Камилу всегда трибуны. Она уже не первый раз выступает в качестве амбассадора на битве школ. И всегда у бортика собираются юные спортсменки, которые потом провожают Камилу. Она с ними общается какое-то время, дает автографы, фотографируется. Они еще совсем юные, но уже...